Торжественный спуск на воду. Ну вот, почти готовы. Ну вот, первый пошел. Ну да. Проверь, что там безопасно, тогда и мы поплывем. Вот здесь еще снежочек лежит. А нас куда-то понесла нечистая. Героев из себя строим. Посмотрим, чем это закончится. О, первый выход на берег. Точнее, на лед. Или на снег. Или все вместе. Так, там ракурс для фотика выбирают. Ну, вообще, пейзаж гламурный. Так. О, бобры погрызли. Снега. Прям полярная экспедиция. Ну, вот, арктическая экспедиция продолжается. Где плывем, не знаем, но красиво. Вот и первое серьезное препятствие. Низкий мостик. Ну, ничего, сейчас его героически обойдем. Все, проплыли. Теперь моя очередь. Ну ладно, будем живы. Вот, здесь впадает Искона. Течет хорошо, бурно. Ладно, сейчас Искона нас подтолкнет, побыстрее поплывем. Ну вот после впадения Исконы дело пошло поживее. Тут проплываем какой-то хай-тековский персонаж. То есть пейзаж. С линиями электропередач. Все такое. Иногда мимо нас здесь проплывают прелестнейшие пейзажики. Замечательное дерево. Это еще очень красивый лес. Прямо почти как летом. Зелененький. Замечательные сосенки. Так, а там вот впереди будет прям водопад. Но это не водопад. Это просто вода спотыкается о деревья и их корни и рычит.
Ой-ой-ой-ой-ой, меня несет куда это? Ай, сейчас врежусь! Ну, не пропоролся, хорошо.